Спеть на 100 баллов и попасть на чемпионат России по караоке. Впервые в Ненецком округе пройдут состязания среди любителей петь под фонограмму. Чемпионат по караоке обещает стать оригинальным событием весеннего сезона. Стать участником конкурса может каждый. Предварительно организаторы прослушивают желающего спеть на вокальные данные. Далее участника ждет 3 этапа состязаний и оценка профессионального жюри. Культура любительского пения. Мы ее хотим развивать в городе. Потому что такой вид отдыха, он для наринмарцев новый. В России, на самом деле, это очень популярно. Караоке сейчас набирает обороты. И, в общем-то, наша задача добиться того же самого. Победителя ждет поездка на российский чемпионат по караоке. Второе и третье места также будут отмечены. Заявки на участие принимаются до 16 мая в арт-клубе.